Мо. Thank you.
Утро доброе. А неплохую игрушку ты раздобыл. Какой-то ты зеленый, Хорниголд. От зависти? Потому как у меня больше? Да, небось, опять эта дрянь с Ямайки. Предпочитаю испанский. Итак, ты обзавелся роскошным бригом. Ладно, я научу тебя управлять им. И заодно тому, как брать приз в бою. Тач, жди в старом рыбачьем поселке. Ага. Где твой рулевой, Конвей? Люблю сам вести свои корабли, Бен. Так надежней. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватирами? Одно дело участвовать в нападении, другое возглавлять. Вот достойный приз. Отлично, теперь сближайся. Когда ты уже взял приз, демонстрируй власть и требуй от пленников огромного уважения. Это подчиняет тех, кто слаб воле. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение и преспокойно вспороть им брюхо. Если будешь осторожен, вылавливать груз из моря. Ходу, к тому же зачерпнул порядком воды. Довольно полить, иначе попросту затопишь его. Сеньор, я капитан Хорниголд, а это моя команда. Мы моряки, как и вы, но цели наши весьма разнятся, ибо мы жаждем лишить вас благ земных. Однако же мы пощадим жизнь всякого на этом судне, кто покорится нам. Все ясно? Ну, мы мате, сеньор. Тему фамилия. Се ло суплико. Кто здесь знает английский? Инглес! Мало. Скажи, друзья, мы забираем ваш груз, но никого не тронем, если все будут спокойны, как паруса в штиль. Ясно? Повторить прошу. Да чтоб вам лопнуть. Заприте их в трюме и забирайте все, что не прибито. Еще с
полдюжины таких дел, и денег на год хватит. Вот продадим груз и добавим еще пару безделушек на твою галку. Что мне год? Я ищу приз, которого хватит на всю жизнь. Я буду королем Вест-Индии. Вспомни, мы сбежали в Нассау, чтобы забыть про королей. Что ж, буду благородным и состоятельным джентльменом. Хватит уже про свою красотку. Наш дом Нассау, не Англия. Ты не мечтал о большом куше? О корабле, где столько золота и серебра, что тебе на всю жизнь хватит. Мечтал, но что с того? Неплохо бы найти десяток ничейных сундуков с золотом. Но это, как честный король, редкость. Готовы бить, сэр! Подходящая дистанция! Бейте марселя и трамселя! Убрать, я сказал! Фок убрать! Меньше фок! Не убрать моя, парусо! Хорош, бездельничек! Все наверх! Ну-ка, поцелуемся! Клянусь, я пущу вам кран! Он тот мой! Thank you.
Хорошо. Puedo activarlo en algo. Неплохой был день. Если так пойдет, Насау станет первым городом, где люди будут жить вольно, как велел Господь. Нужна лишь пара капель крови и пота, да клочок ткани. Мы не ходим ни по чьими цветами, не забывай. Этот черный флаг — лишь знак твоей приверженности свободе человека. Теперь он твой. Не опозорь. Клянусь. Верни-ка мне мой список. Нашей республике, кроме золота, еще понадобятся пушки. Нужно атаковать флот. Если это будут люди Филиппа, наш король не будет оскорблен.
должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалеть. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан. Вижу корабль. Военный бриг на горизонте. Зоркий глаз, друг. Ты готов, Кенвей? Этот корабль без боя не сдастся. Кто за то, чтобы взять бриг? Крикните «да»! Это я и ждал услышать. Готовимся к бою. Все к пушкам! Осторожнее с ними, парни. Могут протаранить или обстрелять с борта. Попробуем на них почетки с борта. Да, это мы. Ждем приказа, сэр! Формация отдать! Пойдут на таран, нам отлично помогут снаряды. Еще парусов! Брамсели, брамсели, отдать! Блин! Парень, по ним здесь, Кэп! Блин! Залп! Садите-ка в них залп, капитан! Блин! Они открылись! Блин! Дайте-ка по ним, сэр! Ударим по ним здесь, Кэп! Залп! Готовы, сэр! Блин! Осторожнее, Эппо! Попали прямо в нас! В нас попали! Блин! Залп! Хороший залп нам поможет! Блин! Только скажите, Кэп! Блин! Кэп, удачная позиция! Блин! Блин! Они уязвимы здесь! Надо бить! Нас забыли! Они готовы! Только свистните, капитан! Пусти Франселя, а то Франселя! Завелись, коллеги, к парусам! Нагитовы! Нагитовы! Но и правильно, да, парни! Наваляйте их! Не по знакомке с британской сталью! Согласен. Как же нам избавиться от своей известности? Деньги, друг мой. Не сглупишь и дашь взяться нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Верно, так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Мудро, друг. Только скажите, блин! Кэп! Беда, Кэп! Блин! Кэп, стреляйте вон туда! Блин! Блин! Обросу петлей к ветру! К бою готов, сэр! Скалы разнесут! Сау! Стреляйте прямо туда!
Отдать марселей и бомб-рацели! Риффит все марселя! Работаем, черти! Блин! Удачная позиция! Блин! Приготовиться! Спустите все, кроме рота! Желаете покоя, друг мой? Счастливо! Приятно было иметь дело! Браво, Кенуэй! Ты создан для нашего дела! Что по сердцу, то не в тягость. Ха-ха! Вздор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай! Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит, только помани! Достойные цели, господа! А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию.
Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея.